Уважаемые судьи, вот нам сообщили, в Владикавказе на турнире Юрия Бусова должен был состояться семинар судейский для присвоения национальной категории. Но он не состоится по различным причинам. В городе Владикавказе семинара не будет на турнире Бусова. Доводим до вашего сведения и просим передать коллегам по судейству. Чемпионата России 2013 года, а в 2014 завоевал бронзовую медаль на турнире Гран-при Иван Ерыгин. Соперник осетинского борца Ник Гвоздовский, ему 24 года, почти ровесники. Тренируется в знаменитом нью-йоркском клубе «Атлетик». 15 лет у Франка Бисли. Лучший результат — победитель открытого кубка Испании прошлого года. Бронзовый призер турнира Целковского этого года и неоднократный призер чемпионата Соединенных Штатов Америки. Yeah!
Ну что ж, достаточно активная борьба идет. И еще неизвестно, как закончится эта схватка. Мы, конечно, учитываем, что вес борцов составляет 250 килограммов. Победил!